Сегодня у нас 9 августа 2018 года. Так, еще получилось. 99. 99. Ну, одну там ошибся, другую здесь. Это не беда. Теперь, что я поясню. Мы поймали гальянов сегодня. Гальяны небольшие. Вот если взять коробок, спичечный, где коробок? За печкой. Там, за печкой. Вот там. Пониже, пониже. Где? Вот тут. Ага. Вот, он 5 сантиметров. Правильно, нет, ну-ка. Сейчас на столе. Раз. Два. Три. Четыре. 20. Как раз. Мой. Я знаю свой размер 25 сантиметров. Ну туда-сюда еще 3 миллиметра. Вот мы поймали рыбы. Вот если зайдете в Википедии, написано, сколько слон беременный, сколько живет, сколько примерно животных и львов, сколько жирафов. Это летает на самолете, фиксирует одновременно, складывает. Спросить, потеряевки рыба есть? Есть. Какая? Гальян. Вот это гальян. Гольян. Он голый, у него как бы чешуи нет. Она чешуя здесь мелкая. Он очень мелкий, но чтобы понятно было, вот я опять же положу рядом спичечный коробок, чтобы было понятно, какая рыба. Вот она, рыба 5 сантиметров, вот она как раз лежит. Вот она. Даже 50, может быть, один. Вот. Сколько весит? Вот сегодня у нас первый был на новую мордушку, дал Андрей мне. Я люблю математику. Другой не знаю, что. Я в интернет сколько гальянов в таком возрасте. Зимой все перемерли, а летом, на лето несколько остались. Сегодня у нас 9 августа 2018 года, четверг. Нету данных. А рыба хорошая, у нее костей нет. Ни один человек в мире за всю историю не подавился гальяном. А там давиться нечем. Но данных, по крайней мере, нигде нету. А он больше не растет. Вот тут где-то есть он один. Ну, вот он как раз. Вот он гальян. Это уже большой гальян считается. Вот он. Вот тут 10 сантиметров вполне будет. Какой-то царек, пупок среди них, начальник. Я сказал, вот, надо взять пустое ведро. Поехали к батюшке на кантере. 4700. Ведро пустое 700. Ровно 4 килограмма рыбы. Что дало-то? Ничего пока не дало. Теперь мы чистим. Очистим как? Вот берем рыбу, вот, с двух сторон, вот она стоит спиной вниз, и вот так вот с двух сторон только надавил, вот он, кишки вылезли. Взял сюда, кишки сюда, вот они кишки. Если их посушить, вот это белое, которое красноватое, это жир. Тонким слоем это вообще пальчики оближешь. А пузыри они на нет сойдут и все. Люди все абсолютно, вот грил, берс, грился, показывает, как во что бы ни стало выжить. Я сказал, откуда я ее взял? Отсюда, отсюда? Оттуда или оттуда? Оттуда. Оттуда брал. Вот это со мной стоит Виталий Калинников. Я пытаюсь сделать то, что никто себе не делал. Ему 40 лет. Я презирал школу. Презирал или игнорировал? Игнорировал, это слово звучит. Ну не все, школу игнорировал. Практически все. Писатели, поэтов, артистов можешь не спрашивать. Не настоящий. А я будущее, как ты назвал будущее? Что будущее? Будущее тьма. Будущее тьма. Поэтому тьма покрыта, он ничего не знает. Он не может ни предсказать, ни пророчества нету. Настоящее не знает. В прошлом ничего не было, ничего и нету. Пустота. И вот с ними я говорю, теперь надо пересчитать. Вот давить кое-кое как научил его. Видите, сколько кишок, и кошки легко это едят где-то. Батюшка, помойте, ее мыть не надо. Да там тина, ни одной тининки нет, это обман, не люблю ложь. Батюшка видит, что если тина, где тина, покажи тина. Покажи, где она тина, нету. А то, что слизь вот этого у нее сверху, это то желе, которое дает холодец. Рыбий холодец, на кусочек намазывать будешь, если сейчас положить. Они ничего не знают это. Мыть? Ну, мой. Мыть можно до самых костей. Кости будешь жевать. У нее специфический запах. Это не просто какая-то там хек или скумбрия. Там ничего нету. Карась царская рыба. У нее особый ароматный вкус. Так и это. Вот сейчас начали считать.
Я говорю, возьми бумажку, карандаш, кое-как добился. Вот мы посчитали уже 400. Бумага, сотни насчитал, запиши. У него вот тоже карандаш, бумага. Кое-как на слово. Он ничего не записывает и ничего не знает. Я один раз с ним садил на рыбалку, и там ямы. То есть ямы глубиной 60 сантиметров. Круглый такой, ну, сантиметров, может быть, 20-25. Бобры прорыли. Коров там гоняют. Корова туда ногой, травой она заросшая, ногу сломает. И такое было уже здесь. Я ей говорю, ты зарой там три таких ямы впечатлительные. И у мордушки одна веревочка болтается, отрезать нечем. Отрежь. Пришел, отрезал? Нет. А почему ты не отрезал ее, скажи? Ты после этого уже сходил сегодня. Почему не отрезал? Она болтается, мешает. Почему не отрезал? С собой не взял ничего. Ножик не взял. Ну и договорились, я тебе сказал сделать. Ты рыбач, тебя поставили. Почему не взял? С собой не взял. А ты глухонемой. Ему 3 литра молока дали здесь. Уже садится отъезжать. Он идет, об телегу-то стукнул, а там железка есть, разбил. Я говорю, ты зачем взял? А я вот так вот шел и разбил, показывает. Я говорю, зачем ты это сделал? У тебя дома ребятишки 4. Но я шел вот так вот, ударил и разбил. Я его с этой точки не могу. Ты слышишь, не глухонемой. А я, почему ты не отрезал, спрашиваю. Ты должен ответить так, потому что беспечный ножа не взял, забыл. То есть ты разум умертвил, у тебя его нету совсем. Памяти никакой нету. Ты хочешь, чтобы доказать, что я неправильно говорю? Докажи. Дальше. 3 вот этих прорыва прямо из воды далеко, 15 метров. Сказал, завали. Пошел ты лопату взял? Нет. Наточил ее, потому что там надо срезать, где возвышение, и трамбовать? Нет. Трамбовку сделал? Нет. То есть ничего нету. На тебя положиться никак нельзя. И то, что развелась с тобой там Настя, она это и видела. Она поняла, что она натворила-то. Для нее теперь это ходит, смотрится как хуже изнасилования. Как вот сейчас считали только. Ее изнасиловали, а оказалась беременна. И теперь что делать с ребенком? В Польше запрещены аборты. А делать нельзя. Она не хочет от преступника носить. Что ей делать? Это все, я выбросил сейчас материал этот. Теперь мы начали. Я смотри, как я делал. Я беру рыбу. Вот смотри. Вот так вот беру ее, тряхну, чтобы она между пальцами, если она между пальцами вот так вот, то она сейчас, пока я считаю, она уже между пальцами ну, скользкая. Не трогать. Она туда. Я знаю. Я по порядку говорю. Ты не перебивай. Вот так вот брать. И вот так вот это убрать. Теперь начинаю считать. Раз, два, три. Вот так вот сталкиваешь. Но чтобы не две. Ты сразу начала с одной пальцем перекидывать, вот так, чтобы ползла рыба. Отсюда переползла туда. Страшно не люблю этого. Ты рядом со мной стоишь. Ты видишь, я беру рыбу, я сначала тряхну вот так. Ты не видишь. Совершенно слепой. Ты рядом. Сразу с первой сотни ошибка. Со второй сотни ничего, с третьей там опять ошибка. Но немного. Я знаю, что тебе надо будет пересчитывать. Я сказал, здесь ты у меня засохнешь, пока не пересчитаешь. Но я знаю, что ты считать можешь до 100. Гитлер это и хотел. Говорит, больше им не надо. До 100 лишь бы считали. Я каждый раз беру и ведро высыпаю. Почему? Потому что если ты ошибешься, тебе заново считать надо будет 200 или 300, а так только сотня. Ты об этом не подумал. Я за тебя думаю все время. Понимаешь как? Ты никому не нужен в этом вопросе. Я вот ходил на подготовительное, узнавал, как там что, сдавал экзамены на штурмана, когда учиться. 14 человек был конкурс. Из 14, 13 пойдут на улицу. Ты понимаешь или нет? А ты, я был в море, там что ты был-то, спал, да, говорится, чертиком язык через борт показывал. Я сдавал экзамены. Люди даже не знают, что это такое. А преподаватель латыш. Я тут же выполнил все. Математика, любимый предмет. А один там показывает, вот это вот мне как, его вариант. А он варианты разные. Ряды, длинный большой зал. Не всех пропустить надо. Он показывает. Я ему вариант смотрю и сделал, ему подал. Преподаватель видит, ни слова не говорит, потому что это латыши. Я им сделал вариант. А те с другого ряда мне подают. 4 варианта. Я их 4 все сделал, а в своем допустил ошибку. Запятую не там поставил. 145,7. А у меня 14,57. То есть, ну, я делал с такой скоростью это. Что, дурень?
Ты себя, у меня одна четверка была, четверка, но все пятерки меня приняли. Тебя, ты пошел бы туда, ну конечно нет, ты считать не умеешь. И не знаешь как. Я с тобой рядом стою, никто с тобой больше заниматься не будет. Если ты так будешь, ты для Насти будешь другим человеком. Вот есть в житиях святых такая, которая сделался губернатором и генералом, и он сделался, чтобы жениться. Все силы уложил на это. Сейчас начинаем пятую сотню считать. Я вот беру, смотри, трясу. Как я их отсчитываю? Тихо. Я сказал, чтобы никто не разговаривал. Сто один у меня. А? 101 у меня. 101, положи. 100. Ошибка в один, это твоя или моя, но мне легче посчитать на тебя, чем на себя. Передам. Вот теперь види, дальше, чтобы тебе потом считать можно было удобнее, если ошибешься, я скидываю сюда. Ты вот, когда берешь здесь, ты берешь сюда, потом с этой руки, у тебя движений лишних много. И малину также берешь, меньше всех. Вот берем малину, ты меньше всех, иногда берешь намного меньше. У нас дети были, две кружки, три, прося 11. Такая же девчонка, взрослые женщины стоят здесь, все меньше ее, как это так? И хоть когда мы берем, любую ягоду берем, она будет первая. Такая у меня была вот у Нины, это Нина, своя щеница, Надежда Васильевна, сестра родная. У нее внучка такая была здесь, Валя, она учила. Ты понял?
Я записал 500. Мы дальше зачем? Зная, сколько весу, теперь с этим вот ведром за ночь съездить к батюшке на кантере, свесить. А потом я рыбу раздам. Теперь я могу сказать, процент сохранившейся рыбы в этом пруду на 9 августа такой-то. Малыши такие-то, средний вес такой-то. Все кончено. Ты никогда этого не сделаешь. Тебе это не надо. Ты смотришь, еще дурью мается старик где-то. Я вложил столько данных. Мои данные преподают в высшей школе милиции. Знакомый Баунтрок. Главный Баунтрок Виктор, а отец Эдмунд. Эдмундович, хотя это и не имя-то. Вот так. И говорит, а у нас говорят там, что вы за компьютером провели больше 30 тысяч часов за 9 лет. А он приходил ко мне, помогал по программам. И туда перенес. А эти дали другим, а эти оказались другие уже на уровне самом высоком. Полиции, в высшем институте. Нужны данные? Нужны. А как человек ослеп, не ослеп? Почему? Я внутри почувствовал. Мне, что бы я ни ел, не хватает моркови. Моркови, две морковки на самой мелкой терке. Все время. Оказывается, лекарство закапывать, глаз каротин. Я ничего не закапывал. 9 лет не вылазил, ни разу не искупался, не ходил на костер здесь. У меня времени не было. В среднем 16-14 часов. С субботы и воскресенья по 14 часов чистого времени проводил за компьютером. Данные. Данные, которые вошли, говорят, так это в книге у Гиннесса может быть, я это не знаю. Я знаю, что для Бога я должен делать. Бог благословил, дал благодать свою. Вот мы сейчас закончим считать. Уже звонили по рыбе по этой. Я не дам, пока не взвесите без кишок. Тогда я буду знать, сколько. Ты не перекладывай лишний раз. Ты гляди, сколько у меня движения лишнего нету. Гляди. Тряхнул. Полное молчание. А? 99. А у тебя одна вот упала, ты не видел ее. Я ее посчитал. 100, ровно. Теперь смотри, ровно одну минуту потерял. Я еще ставил секунды, считал. Теперь это у нас получается 60 по одной минуте 6. 6 минут уже ты потерял. Понимаешь как? Ты привык к этому, а на работу будут брать того, кто больше сделает. Понял? Продолжаем дальше. Приглядывайся маленько. Тряхнул, и дальше быстро посчитай. Все, Володя.